могли сгореть заживо. В Макеевке сотрудники ГАИ спасли трех пассажиров из горящего автомобиля. ЧП произошло на Чайкинском кольце. Водитель «Жигулей», не справившись с управлением, врезался в клумбу. От удара машина загорелась. В салоне находились водители и два пассажира. Из авто их вытащили инспекторы ГАИ. Они в это время дежурили недалеко от места происшествия. Машину потушили пожарные, а пострадавших забрала скорая. Два пассажира, а также водитель данного транспортного средства получили телесные повреждения в виде переломов конечностей и ушибов внутренних органов. Имея данные телесные повреждения, данные лица самостоятельно не имели физической возможности покинуть салон транспортного средства до момента возгорания. Когда я залез в салон, наверное, им повезло, потому что дышать там было нечем. Там даже одного вдоха невозможно было сделать.